Потому что, сами знаете, вдруг потеряемся, вдруг что. Такие специальные значки есть у нас всех, и вы даже можете их теперь гордо носить. Сейчас мы находимся в Белграде. И мы пробуем традиционное блюдо, которое называется... Бурик со сыром. Вот вы... Было добро, бурик. Все доброе, очень вкусно. Да. Достаточно необычное, я такого ничего не ела раньше. Она настолько популярная, да, что на четверых нам досталось только 3 штуки. И ни одного с мясом. И ни одного с мясом. Да. Мне кажется, это похоже на чебурию. Но тесто очень необычное. Но тесто, да. Не такое соленое, как всяких чебурек. И сколько такой кусок стоит на российские денежки? 42 рубля. 42 рубля? Вот за такой кусок, друзья, приезжайте в Сербию. Любуемся сербской землей. Все очень зеленое, высокое небо с пушистыми облаками. И за нами едут наши друзья из команды Тито. А наша команда называется Тесла. Именно такие названия получили 2 наших экипажа. Мы слушаем сербскую музыку по радио. С радио тут, я хочу сказать, все в порядке. Угу. Сразу, опять же, чувствуется вкус сербов, потому что все радио, все песни и треки очень стильные. Можно подобрать радио на любой вкус. И очень много местных радиостанций небольших. Сит, это Тесла, говорит лось. Вас слышим, прием. Как у вас остановка, товарищи, прием? Обстановка хорошая, план подтверждаю, едем в Ниш. Нас обгоняют какие-то албанские партизаны. Со мной Пума и Белка. Все в порядке, прием. Партизаны не опасны, мы решили не высыпать на дорогу в Ольц.
первое впечатление от Ниша? Отлично, отлично. Очень чистый воздух. Мне очень нравится свежий. Этот парк вообще. Такой густой. Да, отличный густой парк. Густой воздух, парк. Вот как будто ты можешь его прям почувствовать. Есть ложкой. Есть ложками, да. Как будто ты можешь его на себя надеть, этот воздух. Лечь. Белое, голубое небо. Запах лип. Да. Очень спокойная атмосфера. Очень тихо. Ну, вон какие-то там бешеные бегут. Да, это из бункера вышли. Забежали. Они там прятали. Албанцы какие-то. Это курганские албанцы. Мы собрались здесь для очень важного события. Максим, вам слово. Друзья, наш клуб балканских путешественников начинает свое официальное прямо совсем шествие по Балканам. То есть мы начинаем получать галочки на футболках. Пожалуйста, посмотрите на меня. Видите? Эта галочка значит, что я был в Сербии. Я был в Сербии, и я знаю Сербии достаточно, чтобы сказать, что я там был. Вы уже в Сербии, и давайте теперь проверим, что вы достойны, дорогая Полина. Тебе нужно ответить на простой вопрос. Назови любого, хотя бы одного, правителя Сербии. Слободан. И за этого правителя, которого мы вроде даже ни разу не вспоминали во время наших экскурсий, мы ставим отличную, прекрасную галочку. Ну это значит, совершенно, что совершенно верно. Полина прошла тест Сербии. Спасибо. Да. Назови, расскажи любую фразу по-сербски. Но самое основное, я могу сказать, что мне понадобится еще не раз, наверное, в Белграде, я уже использовал это сегодня. Еден, чаша, пиво. Один стакан пива, пожалуйста. Совершенно верно. Галочку Егору ставлю прямо на трепещущем теле. Саша, назови и расскажи достопримечательность в Сербии, которую ты увидела и которая тебе больше всего понравилась пока что и почему. Крепость, где мы сегодня были, Калининград. И с ней видно то, как сливается Дунай и Сава. Да. Совершенно верно. Для Оли мы приготовили вопрос посложнее. Потому что знаток, что и когда. Знаток, что и никогда. И вообще, вообще всего. Назови нам любые три улицы в Белграде. Улица Николая II. Да. Богдана Милошевича. Так, и еще одну. Никола Тесла. Совершенно верно. Я забыл одно условие упомянуть, это должны быть три реально существующие улицы. Поэтому три вымышленные улицы принимаются. Женя, назови 10 видов спорта, которыми занимается каждый серб. Знаете, каждый серб занимается 21 видом спорта каждую неделю. Это известный факт. Да, это известный факт. Поэтому я прошу всего 10. Это футбол. Да. Сербия – чемпион мира молодежный. Безусловно, это баскетбол. Сербский партизан. Это волейбол. Нельзя не сказать о теннисе. Это гандбол. Это гандбольная сборная Сербии. Конечно, сербы очень много бегают, поэтому это бег, легкая атлетика. Среди сербов очень популярный вид спорта шахматы. Это правда. Популярный такой вид спорта, который в России сейчас уже не спорт, это покер, потому что здесь очень много казино, водные виды спорта, потому что здесь Дунай, поэтому сербы хорошо плавают, и также гребля на байдарках. И последний вид спорта, наверное, это стрельба, потому что это очень актуально, и на Балканах, если ты плохо стреляешь, то ты просто не выживешь, не доживешь до 21 года. Браво, браво! Продолжать до бесконечности, поэтому мы прервем его. Ура! 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 И на такие выиграли 6-0 по галочкам у телезрителей.